Вот это! Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Я уже несколько часов просто блуждаю по теплице Орхарай. Конца и края новым орхидеям не видно. Я уже устала, но я продолжаю снимать для вас эту красоту. Так что давайте с новыми силами поддержите меня лайками, комментариями. Погнали! Сегодня я снимаю уже третий ролик в теплице Орхарай. Здесь очень жарко, немножко у меня уже плывет мозг. Но, смотрите, цветущие орхидеи опять стоят внизу. И я опять просто сижу на корточках для того, чтобы снять для вас самые красивые цветы. Посмотрите, какой необычный. Это прям трилипс. Узнаете эту орхидею? Это патрик. Но он распустился весь по-разному. Этот распустился трилипсиком. Здесь также есть бабочка. Кстати, мой патрик распустился тоже бабочкой. Также здесь есть и простые, которые цветочки, которые распустились просто обычными цветочками. Вон он стоит там и смеется. Он мне мешает видео снимать. Он вышел в прямой эфир просто, и вот он что там рассказывает. Угу. Плохо не слышно, конечно. Надо было на него микрофон повесить. Ну что-то родное. Кружева Виктория, ага. Ну ладно, я приехала показать вам очень красивые цветочки, которые зацвели. Кстати, они продаются, по-моему, со скидкой, насколько я не ошибаюсь. Именно вот эти орхидеи, Патрик, посмотрите. Обалденно красивые. Супер. В общем, посмотрите, видите, есть и простой цветочек, есть и бабочка, вот, и трилипсики распустились. Потому что при заказе есть определенные правила, да, как бы не выбираются цветы, а просто, да, сотрудник берет орхидею, он ее поставит на просушку и фотографирует только уже перед отправкой. Смотрите, как хорошо цветет. Ну, в основном здесь все, конечно, бабочки и трилипсы. Вот только одна распустилась простой орхидейкой. Вот, видите. Ну, очень красивые, конечно. Вот тут... Ой-ой-ой, сейчас мне не очень удобно. Вот, видите? Бабочки. Моя тоже распустилась бабочкой. Вот такая красота. Здесь, видите, половинка бабочка, половина простой цветочек. Ну, это бывает. У мутантов такое явление, оно абсолютно нормальное. И, естественно, да, прыгать в одну сторону и в другую тоже это абсолютно нормально. Может быть, как трилипс в следующем цветении, и как обычная орхидейка тоже может быть. Они, кстати, в очень больших горшочках, они в тройках. Кстати, я не сказала вам номер этой шикарной орхидеи. 7155. Если кто-то захочет сделать заказ, номер 7155. Ну или можно сделать скриншот и отправить сразу на номер WhatsApp Орхарая и, собственно, заказать такую орхидейку. Дальше вам покажу прям красную орхидею. Тоже почти все цветут. Так красиво, так хорошо. Я так понимаю, что они тоже испытали стресс, но не от понижения температур, а наоборот от повышения температур. И они, собственно, все выпустили свои цветоносы. И вот такая вот прям алая орхидейка. Ее достаточно много. И вот смотрите, все-все-все, вот они есть прям свежие-свежие, распустились. Цветочек немножечко такой восковой, очень плотный, красивый. И цвет, посмотрите, прям алого цвета. Каждый с цветоносиком, каждый цветет очень красиво. Чем-то напоминает, знаете, отмотаем назад, чем-то напоминает Будду, именно красного Будду. Вот, но этот цветочек, он более крупный. У Будды маленькие цветочки, этот более такой вот крупненький. Номер орхидеи 7338. Ну, вот здесь написано цена 2190. Вот, нашла на горшочке и номер, и цену. Вот такие красотки. Самая, можно сказать, модная орхидея, которая и бабочка, и бегли под номером 7195. Очень красиво, к сожалению, они отцветают. Их очень мало. Вот они такие красивые-красивые. И супер-супер модные. Тоже в больших горшках, в троечках. Так, и номер у них, номер, да, я уже сказала, 7195. Надеюсь, это от них номер, а не просто... на подтончике.
Так, орхидейка под номером 7014 в размере 1,7, но очень хорошая корневая система, они ароматные и очень такие крупненькие. Их, кстати, немного, это с прошлого еще завоза, вот 7014 номер. Вот они такие хорошенькие малыши. Орхидейки крупные под номером 7131. Так, а кто это у нас? А наклеек-то нет, по-моему, это... Если я не ошибаюсь, это, по-моему, биглипы по 1380. Да, биглип. Бордовый такой биглип с белой губой. Чем-то напоминает Санта-Клаус. Их, кстати, немного. Вот здесь получается один ящичек. Кто любит биглипы, присмотритесь. Он очень крупненький и красивый. Так, дальше у нас... Что здесь у нас? 7333. Ну и тоже, да, получается, без наклеек. А нет, вот, есть только... Название. Вот. Название и цена 1380 рублей с очень красивой пигментацией. Вот их тоже здесь немного. 7334. Ну, знаете, без наклеечек, конечно, без фотографий не очень интересно снимать. Даже мне. Вот. Ой, извиняюсь, Вот такой гигант. Кстати, гляньте, какой. Ух, прям все растущие корни, листья. Листья очень крупные. Вот здесь название написано. 7334. А стоимость 1380 рублей. Прям крепыши. Вот, ну, без фотографий. Не очень я такое люблю. А сейчас искать фотографию, прикреплять, это, конечно, очень-очень долго. Но я постараюсь. Если быстро найду, сразу вам прикреплю. Это вот все они. 7334. Вот. Ну, а дальше пошли опять эти красоточки цветущие алые. Очень красивые восковушечки. Под номером 7187. Здесь есть наклеечка, картиночка. Красота! Но там Радж, конечно, не побеспокоился о наклейках, и там не видно, какие, а здесь вот хорошо. Вот такие в размере 1,7. Нет, ты все сказала, нет? Он подслушал. Ну тут вообще-то симметрия. Да? Нет, симметрия на канале, я не знаю, засирает Орхара, наклейки не засирает. Ничего страшного, с пакетика достанешь. А там был? А? А там был пакетик? Ну, там либо же наклейка. Там просто наклеечка, да. Там если нет картинки. На номер 73 начинается, то там наклеек вообще нет. Ну, просто я даже книжки только с картинками читаю, понимаешь? Она там много объясняет. Поэтому, когда без картинок, не интересно. Ладно, 7187. Восковушечка очень красивая в размере 1,7. Дальше посмотрите, какой шикарный фаленопсис, с каким красивым листом, прям в пятнышку листики. И смотрите, они пришли, был такой вот прям крупненький краб, ну прям явный такой. А в теплице, вот видите, он более такой как припыленный. Вот дома он может быть как припыленный, так и сильно в краб. Вот такой красавчик. Кстати, у него очень хорошие растущие корни. Вот прям все в растущей фазе. Вот такой красивый. Ароматный. Кстати, он очень-очень ароматный. А сейчас я его... Да, потом еще покажу. Да, вот. Номер 7220. Ой, опять вентиляторы включились, будет мне плохо видно, да. Прям видно? Все просто. Ну, видать, не будет плохо. Слышно. Нет, слышно, да. Слышно будет, наверное, немножечко хуже. Вот этот мне очень понравился, кстати. 7220. Ароматные листья в краб, все, что я люблю. Прям воплощение. Идеал, так сказать. И на листья можно посмотреть, и когда цветет, еще и понюхать, и. Так сказать, полюбоваться. Кстати, цветет еще мультифлорно, очень-очень пышно. Вот они еще. Кстати, они, видите, есть. Красавчики, давайте посмотрим. Ну, все прям, да, в идеальном состоянии. Классные. Дальше идет номер 7214. Огромные просто гигантские листья. Грандифлора Принц. Вот, 7214, грандифлора принц. Огромный, правда. Сразу видно даже по листьям, что это грандифлора. Очень большая. Вот, они, все, они. Вот здесь мой цветочек красивый. Отлично. Да. Вот так. Сейчас я зацеплюсь. Так, листочки вот эти вот не боимся, да, просто адаптационные, снимаем и все. Это абсолютно не страшно. Зато, гляньте, какие сочные, жирненькие листики у этих фаленопсисов 7214.
Здесь мы с Люси прям нашли клад. Здесь, посмотрите, какие бабочки под номером 70, Люсь, подержи, 7401. Да, вот такие корешулечки. Да, они маленькие, в размере 1,7, но это вот такие шикарные бабочки. Очень-очень красиво. Скорее всего, будет мультифлорно цвести. Их, кстати, немного. И вот здесь вот мы немножечко, так сказать, покопались. Вот, и нашли здесь очень интересные экземпляры. 7402. Вот, тоже восковушечка такая. Возможно, что меня потом выругают, эти орхидеи нельзя было снимать. Ну, ничего страшного. Я всегда ищу эксклюзивы. И здесь, смотрите, 7403, мой любимый биглип, молния. Вот тоже есть такой карандаш, малыш с растущими корешками, очень-очень хорошенький. Так, Люсенька, да. И смотрите, что еще Люси нашла, вообще обалденно красивый, просто под номером 7404, просто ж какой-то шикардосный биглип, яркий, сочный, вот такой вот малыш, вообще супер. И несколько есть бабочек. Вот. Честно, надеюсь, что меня потом после этого не убьют. Вот. Я не буду просто брать трубку. 7405. Посмотрите, какая бабочка шикарная. Она вроде бы маленькая, но у нее в растущей фазе корни и листики. Вот такие малышики просто суперские. Мне очень понравились. Орхидейки под номером 7443. Очень крупные, красивые, они в размере 2,5, у них растущие корешочки, яркие орхидеи, вот есть название у них, они немножко прям такие неоновые будут в цветении в домашнем. Вот такая листва у них, ну, видите, корни в растущей фазе роста и полные горшочки прям корней. Очень хорошенькие орхидейки. Кто любит такие крупные неоновые орхидеи, вот номер 7443. Из-за того, что я снимаю в теплице уже, наверное, второй час, потому что очень много орхидей, я уже, знаете, запуталась в рядах. Я уже пошла просто по порядку номеров на спуск. Вот, ну, в общем, 7442 этот сорт. Сейчас я вам покажу. В общем, все. У меня уже поплыло все. Мозг так точно. Посмотрите, это все новые орхидейки, их очень-очень много. Здесь получается у нас, сейчас найду этикеточку, шикарный сорт под номером 7430 Грандифлора. Я знаю, что у нее есть немножечко мутация в цветении, в плане того, что разный может быть цвет, она может распуститься просто розовой, а могут крапинки быть еще более насыщенные. Вот такая прекрасная грандифлора. Очень хорошие растения, посмотрите, какие корни, листочки. Это новый завоз, и посмотрите, они все просто очень-очень хорошие. Их сейчас, на данный момент, много. Но буквально через пару дней все может измениться. Поэтому, если вам понравилось растение, вы знаете, что делать. Делаем скрин с экрана и отправляем на WhatsApp под номеру телефона, который я оставлю в закрепленном комментарии и под видео. Следующий сорт 7431. Это шикарный биглип, тоже грандифлора. Посмотрите, какой красавчик. Я вообще обожаю биглипы грандифлоры, потому что они цветут каскадами. Это очень крупные цветы. Необычная, видите, у него губа. Очень-очень красивая. Они тоже, посмотрите, какие хорошенькие, свеженькие, новенькие. Даже нет никаких механических повреждений. Где-то, если есть, да, листочки адаптационные, кстати, на этих даже и негде вам показать. Просто удаляем адаптационный лист, потому что он высыхает, и все. Орхидейка чувствует при себя прекрасно. Корней очень много, поэтому сначала при получении оставляем на карантин. После карантина, как мы видим, что пошли новые корешочки и листочки, можно уже пересаживать в новый красивый горшочек. Это вот все они, пока их еще много. Ну, как я уже сказала, все может очень быстро измениться. Так, следующая орхидейка — это 7432. Очень яркий биглип, такой прям персикового цвета. Так, вот они, красавчики. Более узкий лист, обратите внимание, потому что часто мне пишут, Ира, вы показывали там крупные листья, а пришли с мелкими. Это все зависит от сорта. Допустим, предыдущая орхидея — более круглые листья, а здесь листья более длинные, такие удлиненные. Кстати, даже очень длинные. Так, где там ячейка? Вот, оп. Очень-очень красивенькие, посмотрите. Спускаемся ниже, и здесь уже совсем другой сорт. И видно, что здесь есть пигментация на листе. И листья вот именно что более округлой формы.
Так, 74-38. Где мне найти наклеечку? Так, надо найти наклеечку. Так, пойдемте на поиски. А вот, на поиски наклейки. Ой, вот такая красивая орхидея. Амадео, пятнистая. 74-38. И сразу видно, видите, какой пигмент на листьях. Корневая система. Вот такие шикарные орхидейки. Это вот все они. 38. Так, тут уже 37. Здесь уже другой сорт. Смотрим. Здесь у нас 74-37. Вот такая красота. Видите, узкие листочки, очень хорошая корневая система. Вот про адаптационные листья, которые я вам говорила. Просто убираем и все. У этих орхидей шикарная корневая система. При получении небольшая адаптация, немного препарата антистрессового. Как только вы видите, что корни листья растут, все можно уже пересаживать, если вы хотите. Но когда вот уже очень много корней, я бы советовала пересаживать, чтобы корни не задыхались внутри горшочка. Так, идем дальше. Здесь та же самая орхидейка 74-37. Вот они идут, 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 красавицы. Так, оп. Так, дальше. Угу. Так, это сверху у нас, это не то. А, это здесь очень красивая бабочка. 74-34, это великолепная бабочка, посмотрите, какая красивая. Она может распуститься как пилориком, так и бабочкой. Но за счет ее цвета, она такая вот получается венозная, очень красиво, посмотрите. Вот такая красота. Здесь орхидейка 74-33, так, это... Это у нас 33, ой, красивый биглип, тоже такого персикового цвета, более ровный цвет, видите, без каких-то переходов, пятен, просто ровный такой персиковый цвет, 74-33. Так как я уже несколько часов провела в теплице, язык у меня немножечко заплетается, но это не мешает мне показывать вам вот такие шикарные растущие корни этого биглипа. Вот такая красота. Тоже красивая пигментация на листе, лист более такой вытянутый, очень-очень даже красивый. И еще один биглип под номером 74-32. Вот этот адаптационный листочек убираем. Вот, и видим, тут совсем чуть-чуть, кстати, его, смотрите, вот такой... Красавчик, совсем немножко под номером 74-32. Как я уже сказала, можете делать скрин и отправлять по номеру телефона, делать заказ на WhatsApp. Так, спускаемся ниже и здесь. Ой, какой красивый, 70. Ой, какие корни, какие кудри. Смотри, объясни, что да, я уже сказала, листья. Уже сказала. Я же амбассадор бренда, я же знаю, что, ну, что вот тут там листики бывают там всякие. Ой, идет, учит меня, понимаете? В общем, орхидейка 74-38. Правда. Но да что за красота? Ой. Вот. Тут они немного проблемные пришли, поэтому мы их сняли. Мы-то их обработали. Ух ты, какие красивые. Да, красота. Хочешь, возьмите. Но это... их надо будет поотхаживать. Вот, собственно, как амбассадор бренда, ты поотхаживаешь все это дело. Ну, хорошо, отлично, вообще замечательно. Ну, там уже сами принимаете решение, как поступать с ним. Красота. Спасибо. Да на здоровье, снимайте дальше. Какой брат добрый. Ой, какой брат, какой брат. В общем, вот такие красавицы. Так вы мне мешаете, снимайте видео, ржете вот тут, а тут вообще-то серьезное видео, серьезное. Вот куда нам Все смеетесь, а тут серьезно, вот у меня, я показываю все, вот, растущие корешочки. Между прочим, я тебе его дала показывать. Да, но я возьму другой, глянь, какая, вот возьму прям, блин, далеко. Ладно, Лиш, пойдем. Вот, вот такая уважаем. Красота. Ой. До свидания. Идите, идите. Я отпишусь от вашего канала. Не надо! Не уходи! Постой! В общем, шутим. Но следующая орхидейка под номером 74-39. Все-таки хочу побыстрее снять, да, потому что все-таки тоже хочется домой отдыхать. Так, как...
А здесь наклеечки-то я не вижу. А вот, все, нашла. 74,39. Вот, 74,39, это шикарный, крупный биглип розового цвета, вот такой вот красавчик. Ну, кстати, очень крупный, смотрите, вот они, новые листочки красивые, растут очень яркие, и хорошая корневая система, вообще обалденно, здесь прям полные горшочки корней. Есть сорта, где есть корни, но их не так много, а это именно сорт, где полный горшочек, вот какую ни возьми, да, прям очень полный горшок. Ну, такая красота. Вот такой вот будет биглип. Можете делать скрин. 74,39. Вот это все он, все он, все он, красавчик. Идем дальше. Идем дальше. И здесь. Так, это тоже он, это тоже он. Так, а дальше любимица многих. В прошлый раз, когда привезли их, просто нам не досталось. Мы очень хотели взять. С Люси, я имею в виду, у меня не раздвоение личности, не подумайте. С Люси мы хотели взять такие вот желточки, яичница, да, ее еще называют. Но нам не досталось. Все раскупили. Сейчас они есть. Ну, кстати, видите, ячейка очень уже мало осталось, почти вот наполовину пустое. Поэтому, если кто-то в прошлый раз, так же, как и я, не смог себе заказать эту орхидею, сейчас у вас есть такая возможность. 74,40. Вот они есть. Можете тоже делать скрин. Вот они такие красотулечки стоят здесь. Ну, правда, их немного. Их совсем чуть-чуть. Вот. Дальше мы переходим ниже. Так, и здесь опачки. Вот я вам прям все покажу. Кстати, вот здесь вот видно и ванды. Так, это номер 74,43. Кстати, я опять спустилась на корточки. Кто-то скажет, там на колени. Есть такие умники, знаете, которые там говорят всякие глупости. Ну, ничего, ничего, бог им судья. Ну, а я спускаюсь, опять же, вниз и показываю вам орхидеи. 74,43. Вот такие красавицы. Очень яркие, такого, знаете, неонового цвета. С шикарной корневой. Вот видите, у них не так много корней, но они в растущей фазе. Вот у биглипа видели, как было прям полные горшочки. Здесь они есть, корни хорошие. Вот, посмотрите. Вот. Ну, орхидея в этом горшочке может еще порасти где-то примерно полгода. Вот, а тот биглип уже надо скорее пересаживать, чтобы корни просто не задыхались в этом горшке. В общем, шикарные красотки под номером 74,43. И идем дальше. Так, здесь сорт, видно сразу по листу, что это другой сорт. Ой, красавчик, 44-42, все, у меня уже даже цифры в глазах путаются. Так, смотрите, вот такой красивый пятнистый фаленопсис, браво. Так, ложу наклеечку обратно и берем вот просто сбоку. Тоже очень много корней, красоту, листья шикарные, они свеженькие, же говорю, даже нет никаких механических повреждений, вот такие вот шикарные-шикарные орхушки. Их тоже достаточно пока много, вот они идут, все они, видите, какие хорошенькие, все-все-все ему показываю, давайте вот прям с дальнюю возьмем. Ну, такая хорошая, это адаптационный листочек, его просто убираем. Его не боимся. Ну, видите, на коленях прям стою, чтобы показать вам цветочки. Ну, такая красота. Так, орхидейка под номером 74,21. Тоже шикарные орхушки. Так, где от них наклейки? Сейчас посмотрим. Нет, это не оно. Не оно, не оно. Так, вот здесь, наверное. Да, 74,21. Вот это все они, красотки. Видите, какие корни. Вот их тоже уже надо пересаживать, потому что очень-очень много корней в горшке. Чтобы они не задыхались, надо их пересадить. Так, следующий у нас фаленопсис под номером 74,22. Биглип. Видите, не помню, он прям белый или такого кремового цвета. Но очень большая губа, красавчик. Я думаю, что вот-вот он зацветет, потому что он очень крупный, и у него шикарная корневая система. Номер 74,22. Кстати, у меня спрашивали белые биглипы, вот они сейчас есть в большом количестве в Архарай. Вот они, все-все-все. Так, а дальше идет сорт 74,23. Так, а где от него наклейка? Немножко назад. Здесь, наверное. Нет. 23 до 25. Угу. А я вот и не найду, к сожалению. Давайте посмотрим, может, здесь.
Нет, это все 25. Ну, в общем, на нее наклейки я не найду, поэтому переходим сразу к орхидейке 7425. И это дикий кот. Вот такой вот шикарный дикий кот, любимчик многих. Сейчас он есть под номером 7425. Будьте внимательны, потому что в прошлом завозе он был под другим номером. Кстати, его немного. Но шикарный, корни шикарные, вообще бомбовские. Он нереальный цветун, если у кого-то еще нет в коллекции, обязательно приобретайте дикого кота. Сейчас у меня здесь будет нелегкая задачка. Мне нужно будет проползти сквозь вот эти ванты, не задеть, не поломать, и поснимать вот этот вот ряд орхидей. Здесь, кстати, очень много сортов, в каждом пакетике, да, разный сорт. А пакетиков много, значит, и сортов очень много, но раз... очень часто не повешено, значит, сортов мало, точнее, количество сортов мало, но сортов много. В общем, вы меня поняли. Давайте снимать. Так, здесь у нас 7444. Вот такой красивый фаленопсис, похож на сладкую девочку. Думаю, это она и есть. Она очень ароматная. Так. Вот они, тут адаптационные листики, но орхидейки сами по себе очень даже хорошенькие, посмотрите, в размере 1,7. Оп, ставим на место. Дальше орхидейка у нас идет под номер, а это она же, а, так, это она же, дальше 7445. 7445, вот такое вот тоже похоже на яичницу, белая, с желтой губкой. Мультифлора яичница. Так она прямо называется, посмотрите. Вот они очень крепенькие, очень хорошенькие. Смотрите, какие прям с растущей корневой системой. Вот я сейчас тут пролазю аккуратно, чтобы ничего не сломать, не стести. Это все они. А следующий получается у нас сорт 7446. Вот 7446. Это моя любимая орхидейка Крембери Чача. Очень красивая. И она очень пышно цветет, и она вообще не капризная. Вот для новичков я бы посоветовала взять, потому что она вообще абсолютно неприхотливая. Крембери Чача называется. И вот такие вот малыши. Если честно, я даже не вижу, что снимаю, потому что на цыпочках снимаю высоко на полочке. Так. Дальше. 7447. Это вот такая очень красивая ароматная орхидея. 7447. Мне кажется, она еще немножко такая плотная будет, восковая. Она вроде бы, смотрите, в размере 1,7, но листья какие прям гигантские. Ее уже смело можно пересаживать в побольше горшочек и любоваться ее цветением. Я думаю, недолго ждать до ее цветения. И здесь я вижу что-то необычное, здесь наклеечка приклеена, это номер 7448, очень красивая, похоже на тигрика. А вот смотрите, это Тигран Мар, это как раз таки та орхидея, которую Радж, можно сказать, выкупил сорт, чтобы назвать в честь своего сына Тигран Мар, 7448, вот такая красивая орхидейка, кстати, очень красивая, надо будет себе взять. Так, следующая. Здесь тоже, видите, вот просто адаптационные листы, они легко снимаются, их абсолютно не боимся. Все остальные листочки красивенькие, хорошенькие. И это биглип мультифлорный под номером 7449. Мультифлорные биглипы всегда цветут очень красиво, такими шапками, губа придает такой, вы знаете, изюминки. Очень красиво. Здесь получается верхний ряд, все орхидейки размера 1,7. Следующий сорт 7450. Вот такая красивая орхидеюшка. 7450. Вот они прям очень крупные. Посмотрите, с большой пигментацией на листьях. Корневая система очень хорошая. Вот такие красавицы. Вот красотулечки такие. Так, следующий сорт. Ой, плохо, конечно, на фотографии видно, но ярко и похоже, что восковая. 7451. Вот такие красотки. 7452. Ароматный, крупный. И листочки видно, что очень-очень крупные. Вообще, смотрите, какая поставка. Все один к одному. Очень хорошие орхидеюшки. Ой, смотрите, какая яркая. 7453. Чем-то напоминает попугай. Но будет более такой вот мелкий цветочек.
Ой, Биглип. Крупный, розовый, 74-54. Тоже они в размере 1,7. Такие орхидейки достаточно легко приживаются. Главное сделать несколько правильных действий, да, аккуратненько перевалкой пересаживать. Они очень быстро тогда растут и уже буквально через полгода зацветают. Поэтому бояться их не стоит, но, как правило, они дешевле, потому что размер горшочка, естественно, да, он меньше. Так, дальше. Вот такая красавица. Похоже, видите, прям на попугая. 74-55. Немного другая, видите? И листья. У этой прям крупнее листья. Прям очень крупные листочки. Посмотрите, какой гигант. Просто он как с мою ладонь. Это, опять же, адаптационный листочек. А так все листики чистые, красивые. Ой, посмотрите, какая красота. Пятнистый биглип желтый с бордовым крапом. 74-57. Очень хочу себе такой биглип. Ну, это что-то прям очень красивое. Я люблю такие расцветки. Сейчас мне вообще безумно это нравится. Причем малыши очень-очень хорошие. Опять же, вот адаптационные листики. Это абсолютно... О, даже не могу вытащить корни. Класс. Смотрите, какие хорошие малыши-карандаши. Вот это вот все, конечно, убирается. И сразу все становится... красивенько. Ну, в теплице, конечно, не будут ходить и убирать каждый листочек. Это вот Ирина Давтян тут ходит, поправляет, чтобы было красиво. Вот такая красотища. Дальше целый ряд будет орхидей, которые в размере 2,5. Вот я их вам покажу. Вот такие прям очень хорошенькие. Номер 7463. Сейчас я найду его наклеечку. Вот. Так, нет, это 74-65. Грандифлора будет очень крупный цветочек, красивый. Вот они такие тут красавчики. Это именно 74-65. 74-63. Сейчас будем с вами искать наклеечку. Искать наклеечку. Надеюсь, я нашла. Да, 74-63, это огромный белый биглип, посмотрите, какая у него губа, он грандифлора, очень будет красивый, это будет каскадное цветение, это наподобие сока югидан будет, да, прям свисающее такое цветение, но биглип, они уже очень крупные и можно ждать от него цветения. Шикарная корневая система, опять же, адаптационные листики вот эти вот все убираются, и все, растения на самом деле, посмотрите, какие гигантские, очень красивые. Это все вот они по нижнему ряду. Так, а тут совсем немножечко орхидей, которые идут под номером 74-62. Вот такие биглипы, тоже грандифлоры. Я думаю, что смотреться они будут, конечно, просто безумно. Вот такие красавчики. Их чуть-чуть вот, совсем немножечко осталось. Переходим дальше. 74-61. Сейчас будем с вами искать, что это за орхидейка, где от нее наклеечка. Угу. Наклеечка. Видите, в каких. Так. 74-61. Это прям вот такая яркая лимонная орхидея биглип. Плохо видно на картинке. Вот. Ну, надеюсь, понятно будет, что это за орхидейка. Ну, собственно, качество. Огонь. Что тут еще сказать? Обалденные новые орхидейки пришли. Это все свежий новый завоз. 74-60. Так, наклейку. Ищем с вами наклейку. Это тоже биглип, уже такой более насыщенного цвета. Видите, он даже немножечко как восковой. У меня был такой голландский биглип. Он в продаже. 74-60. Очень красивый. И вот они здесь есть в подростках. Кстати, Рак сказал, что на них будет очень приятная цена, и они будут даже чуть-чуть ниже по цене, чем в прошлом году. Вот, поэтому цена вообще класс. Посмотрите, какие. Так, тут вот мне сейчас аккуратно надо пройти, чтобы показать вам номер 74-59. 74-59 это вот такой вот в крапинку, знаете, такой как с веснушечками фаленопсис. У него и на листиках, видите, тоже есть такие веснушечки. Листья, видите, более такие округлые, меньше, ну и горшочки не так заполнены корневой системой. Они помельче, скорее всего, они недавно только высажены в стаканчике размера 2,5. Поэтому имейте в виду, но сорт очень-очень красивый. Вот такие красавцы.
Вот такой вот биглип в крапинку, немножечко с прожилками, 74-67. Давайте прям с середины возьмем. Ну, такой очень-очень красивый. Посмотрите, какие листочки, какушки у зайчика. Так, идем дальше. Так, здесь 74-69. По-моему, то же самое, если я не ошибаюсь. Или нет, давайте посмотрим. Нет. Вот, 74-69. Грандифлора. Вот это все они-они. Спускаемся ниже. Так, и здесь у нас что? У нас здесь орхидейки под номером 74-76. В очень крупных горшках. Так, а это... Я не знаю, где эта орхидейка, я ее не вижу. 71. Ух ты, какая красивая, это же вообще бомба. 74-71. А где ее искать-то? Посмотреть хочется на эту красоту. А, вот они, вот они. Их осталось буквально совсем чуть-чуть. Я не знаю, можно их показывать или нет. Вот, но... Слушайте, они супер. Я себе даже такую хочу, обалденные. 74-71. Три штучки осталось. Скорее всего, это прям какой-то эксклюзив. Надо брать. Так, спускаемся ниже. Здесь грандифлора 74-75. Вот они, грандифлорки. Дальше идет крупная грандифлора 74-74. Вот они тоже крупняшки такие. Идем дальше, 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 дальше. Это все они, они, они. В общем, это все они. Так, 74-72. Это вот те, наверное. Сейчас тут еще ванды меня цепляют. Видите, тут ползаю, ползаю. Ой, такая съемка. Да, вот они. 74-72. Вот они стоят, красотки. Это пока я мучаюсь, снимаю видео. Стоит здесь, пьет. Тебе хорошо? Мне хорошо. Хорошо. У меня был хороший выходной. Меня никто не трогал. Ты пришла, перелезла через забор. Я в калитку вошла, она открыта была, нормально. Довела меня до усирачки, пока я ухаживала за цветами. Я могу немного расслабиться. Ладно, расслабляйтесь. Ой, а я пойду дальше. Так, с чего бы начать? Тут прям гигантские орхидеи. Вот, смотрите, 74-76. Просто гиганты. Это какой размер горшка? Рача, это какой размер горшка? Это 3,5, но у 3,5? Него такая интересная посадка, ты видишь? Ну вот эти сверху это просто... Это что-то новое за все 8 лет, которые я работаю, потому что они... Ну, сверху просто мог, да. А вот, вот это, 74-78, да? Да, это какой-то новый, видимо, эксперимент, который успехом подался. Смотри, мох, угу. Причем он мокрый, угу. А здесь все сухое. Посмотри, какая тема, да, как корни растут. Это ну, что-то это вот тайваньцы, как... новое. Это выдумывают. Какой-то кокос, да? Угу. Да, это кокос. Это причем спрессованное, да, спрессованное волокно кокоса. Интересненько. Ну, я бы, конечно, так не экспериментировала. Мне ну, кажется, видишь, что они будет слишком... пробуют, причем, посмотри, какой классный биглип. Угу. Да, 74-78. Да, хотя они не заявляют, что он ароматный, но он ароматный. Класс. И такой гигант. Че, почем? Дорого? Да нет, они что-то там вообще копейки стоят. Ну, в плане не 3, не 4, не 5 тысяч. Там ну что-то... да, за такого гиганта... Ну, слушай, для того, чтобы вот это, кстати, можешь сейчас заснять реально, вот как даже мы проверяем цены и рекомендуем нашим клиентам. Вот 74-78, да, показываю? Давай. Нажимаем 74-78, пробел Орхарай. Вот в любом поисковике так вбиваете, перейти, и вас сразу на карточку товара. Оба-джа. 3,5. Да, 3,5, все. Смотрим цену. Ух! Серьезно? Серьезно? Ты серьезно? Да. Ну вот
1250. Ну, так он уже все готов. На это вот очень многие жалуются просто. В пыли. Это не пыль, это обработка. Ребят, мы обрабатываем. Если после обработки, те, кто понимает в этом, мы будем протирать каждый цветок, ну, и обработки, собственно, не будет. Так и времени не будешь. В общем, шикарная цена. Шикарные гигантские орхидеи, еще и необычные сорта, это, к примеру, биглип. Так что давайте смотреть дальше, я думаю, что Орхарай продолжит нас удивлять и сортами, и ценами. Давайте, чтобы я не запуталась, все-таки я дойду по верхнему ряду, а потом спущусь вниз. Так, здесь у нас 74-76, это тот же самый, да? Ага, это все тот же самый сорт, идем. Дальше идет 74-77. Посмотрите, тоже какой яркий. И здесь вот тоже вот как раз-таки такая посадка, которую мы сейчас показывали, что внутри мох, а снаружи идет прям такое, как одеяло из такого спрессованного кокосового волокна. Это тоже адаптационные листы. Конечно, орхидейки адаптируются, они пересылаются и получают стресс. Поэтому нижние листочки, это нормально, что они могут отсохнуть. И здесь, так как это уже большие цветы, у них нет фласочных, они отсушивают вот такие достаточно большие листики. Но видите, они превращаются как будто в тряпочки, и все, и потом просто отсыхают. Вот такие гиганты приехали в Орхарай. Вот такая красотища. Так. Это тот же самый сорт, 74-77. Вот оно, все. Спускаемся ниже. Ух ты, красота! Это бабочка 74-92. Ее тоже в прошлый раз я не смогла купить, мне просто не досталось, я не успела. А сейчас они пришли в гигантском размере, если еще и цена такая же, да, приятная, то, конечно же, нужно взять. Посмотрите, здесь они просто в мхе, но не удивлюсь, если там внутри будет, наоборот, торфстакан. Поэтому я разберу на всякий случай, да, орхидейки с этой поставки, чтобы убедиться, что там все нормально. Так, корни шикарные. Лопухи шикарные, все идеально. Номер орхидеи я вам не сказала, это 74-92. Обалденно красивая бабочка. Вот она, все это шикарная она. Номер 40, все, у меня уже заплетается язык. 74-91, шикарный такой вот трилипсик. Вот здесь есть название, и они в размере 2,5. Конечно, они не такие гигантские, как предыдущие орхидейки, но тоже очень-очень хорошие корни, листики. Вот такие красивые. Они в размере 2,5. Естественно, они помельче. Но я думаю, что у них тоже будет очень приятная цена. Вот, поэтому переходите, смотрите. И я думаю, будете приятно удивлены. В этой поставке реально очень хорошие цены. Так, это 74-78. Картиночку. А, ну вот, я вам уже ее, вот как раз таки мы ее и показывали. Они в мхе и в каком-то вот кокосовом таком вот волокне находятся. Так, здесь дендрофаленопсисы, причем уже цветущие. Это 74-92. Вот такие красивые, яркие. Посмотрите, какие необычные. Лепестки внешние желтые, а внутренние оранжевые. Очень красиво. Видите, они все на цветоносиках уже. Ну, тоже взять. Я люблю дендрофаленопсис. Они так хорошо цветут, всегда интересные такие. Тоже для разнообразия, ну, нужно иметь в коллекции парочку бульбовых орхидей. А смотрите, кто это у нас тут такой красивый. А это Joy Fairy Tale, сказка. И у нее в пушках там бутончики и цветочки. Пришло очень много на цветоносах орхидеюшек. Joy Fairy Tale. Вот такая красота. 74-93. Так что у кого еще нет, знайте, что Joy Fairy Tale, она также называется еще сказка, она очень-очень ароматная. Поэтому в коллекции должна быть у каждого. Очень красивая, кстати, не капризная орхидея. Главное ее, конечно, не крутить, не вертеть, просто перевалочкой аккуратно пересадить. И то, если у нее много корней, вот, допустим, возьмем вот эту вот, видите, она еще может расти в этом стаканчике спокойно. А уже когда будет очень много корней, перевалкой ее пересадить ее в новый горшок. И все. Идут с открытой корневой, сразу надо предупредить, что вот, ну, хорошо, понимаешь, я покажу. То есть, когда так будем отправлять, мы их вот так вот достаем. Они будут с голой корневой системой. Как только человек их получит, он должен пересадить их до вот этого белого основания.
В общем, у Раджа здесь еще поле адениумов. Посмотрите, какие шикарные бульбы. Кто увлекается вообще этими, как они, розы пустыни, да, называются. Да. Вот, и они тоже есть. Смотрите, их очень много, поэтому можете заказывать на сайте Орхарай. Они же на сайте, да? Да. Вот такие шикарные. Прекрасно, Рад, что ты в чистом серамисе. Причем, смотри, вчера был полив, а сегодня уже лезут листочки. У меня сестра занимается, я чуть-чуть знаю про них. Они мне напоминают, знаешь, из Гарри Поттера, когда они там вот это вытащили, этот орал такой цветок. Да. Вот такая красота. Ответ тебе на вопрос и, собственно, подписчикам, как доходят цветы. Сейчас обращаем внимание, да, вот эти посылки, это те посылки, которые люди не позабирают. Сейчас выберем одну из самых дальних, Санкт-Петербург. Посылка дошла до Питера, человек не удосужился пойти ее забрать. Это Сазона. Да. Ничего вот себе. Вот, она, получается, еще на Озоне лежала, она, да? Она на Озоне лежала неделю или две, по-моему, и ждала, пока человек ее заберет. И вот сейчас скрываем, я только сегодня забрал эти возвраты. Ну, здесь все хорошо, здесь горшочек. Надо найти что-то с цветочком. Сочи. А цветка нет. А бывает такое. Обратно вернули. Когда они подставляют работников пунктов выдачи. Один случай был, работника уволили из-за человека, который захотел оставить себе орхидею, а работник пункта выдачи не проверил. Как доходят орхидеи на цветоноса? То есть, смотри, мы отправляли ее до этого, видишь, когда она белая, света не было. Да, она вырастила прямо в посылке цветоноса. Она дорастила в посылке цветоноса. Ой, какая шикарная орхидейка. Класс. Ответ на то, как доходит. Дорогие друзья, после каждого видеоролика, который Дахтян выпустит, ну я же правильно понимаю, да, будет отдельный по вантам, отдельный по фаленопсисам одним, отдельный по фаленопсисам другим. Да, мы до него. Мы сделаем розыгрыш. Вот, в принципе, это видео будет приложено к каждому основному видео. Мы сделаем розыгрыш. Правила розыгрыша Ирина вам объявит, а отправлять будем уже мы, не Ирина. Потому что мы приняли такое решение при розыгрышах даже доставку брать на себя. Соответственно, студия Ирины Дахтян — это молодая фирма, пока, которая развивается, она не может понести таких потерь, грубо говоря, да, вот, а мы это можем понести все ради вашей улыбки. Если вам все это нравится, дело, ну, от вас маленькое дело, нужно просто сами знаете, что сделать. Подписаться на канал. Да, ну, это вам Ира потом все расскажет, я в этом не силен. Ну, а мы же выдадим подарочки. Всех любим, всех целуем. Bye-bye. Условия розыгрыша, они будут очень простые. Чтобы получить три прекрасные орхидеи, нужно будет всего лишь быть подписанным на мой канал и на канал Орхарай. Второе, сделать репост этого видео, поделиться в своих соцсетях или просто с друзьями. И третье, самое простое, оставить комментарий, участвую и город, из которого вы. И все, просто ждать, когда мы выберем победителей. Победителей будем выбирать через специальное приложение, и под комментарием мы вам напишем, что вы выиграли. Собственно, все очень просто, и Ванды вас уже ждут. Так что обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, ставьте лайки. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео с розыгрышем. Всем желаю удачи, всем пока-пока!